В Германии прививки от кори станут обязательными. Если ребенок не получит вакцину, то руководство детского сада вправе его не принять. А родители, которые откажутся прививать своих чад, будут наказывать. Согласно нововведению, штраф предусмотрен немалый – 2500 евро. Новый закон вступит в силу в марте следующего года после одобрения в Бундестаге. Его уже поддержали палаты врачей. По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, обязательные прививки – это необходимая мера в борьбе с болезнью. Согласно статистике, в 2018-м ФРГ корью заболели 543 человека, и только за первые месяцы этого года зарегистрировано более 400 случаев. Чтобы предотвратить распространение болезни, привитыми должны быть и учителя, и воспитатели, и другие сотрудники, работающие с детьми. Вакцинировать будут и малышей из общежитий для беженцев. Я за обязательное прививание. Думаю, что это хорошая идея, ведь это поможет остановить болезнь, которой с каждым годом заболевают все больше детей. Считаю, что мнение о побочных эффектах от вакцин преувеличено. Мои дети, двое младших и старшие, к примеру, привиты. У них все отлично. Мои дети, конечно, привитые. Я думаю, правильно, что вакцинацию делают в обязательном порядке, потому что корь – опасная болезнь. И те родители, которые не прививают своих детей, ставят под угрозу и других. Было бы хорошо, чтобы этот закон ввели прямо сейчас, а не в 2020-м. И жесткие штрафы я также поддерживаю.